Приветствую вас. Если смотреть на ситуацию вот так, как вы описываете ее, то у меня возникает к вам вопрос. Особенно если вы задаете свой вопрос в раздел психологии. Если вы с мужем развелись, уже, то почему вам интересно, чем это все закончится? Для чего вы продолжаете, ни много ни мало, жить жизнью человека, который для вас уже практически чужой. Ну, практически. Практически чужой. Отдаете ли вы себе отчет? Понимаете ли вы, что подобным поведением вы вредите себе и своему ребенку, своим детям. Потому что, по сути, вы не двигаетесь дальше. По крайней мере, вот, ну, исходя из того, что вы написали. Нет, конечно, у вас может быть другой мужчина, конечно. И, конечно, у вас могут быть другие отношения уже. Если так, то прекрасно. Но в таком случае вопрос возникает. А почему же тогда вы все равно по-прежнему интересуетесь своим мужем? Почему вас волнует, как долго он пробудет с ней, любовницей? Почему вы считаете, что дело обязательно, ну, в доходе? Да, то есть, что дело всё вот в том, что он приносит ей меньше, чем она зарабатывает. Вот. Почему вы считаете, что все упирается в деньги? Вас говорит обида, или вы, ну, например, считаете, что, ну, как бы вот, отношения должны выстраиваться именно так, на деньгах? Вот. Это вот тоже такие очень важные моменты, на которые, мне кажется, вам нужно поискать ответ. Вот, потому что, ну, все-таки вам нужно свою жизнь обустраивать, а не переживать за мужа. Вот. Если у вас остались обиды после развода, например, да, ну, то есть вот, вам как-то, может быть, тяжело, плохо после развода, обида еще есть, то все это, в принципе, можно отпустить, поработав с психологом и проанализировав все, что с вами произошло. С точки зрения гуманности, с точки зрения эффективности и с точки зрения гармонии вашей семьи, например, вашей жизни, это куда более такой вариант, ну, на мой взгляд, оптимальный. Вот, куда более оптимальный вариант, чем тот, который вы сейчас сами предлагают.
Потому что, ну, мы, психологи, не можем знать, к сожалению, насколько хорошие отношения у вашего бывшего мужа с любовницей. Какие отношения у вашего бывшего мужа с любовницей. То есть, ну, они у него искренние, неискренние, на чем они основываются. Может быть, там настоящая любовь, искренняя, чистость и так далее. Может быть, там взаимная выгода. Я понимаю, чего вам бы хотелось. Я понимаю, что вы бы, наверное, хотели бы, чтобы муж, ну, например, остался без всего, и, может быть, тогда вам было бы легче, но это потребность вместе. Такая своеобразная потребность вместе, если она имеет место быть, она вам ничего не даст, потому что вы воспринимаете его как, ну, например, хоть и бывшего, но все еще любимого человека, да, а он уже давно не ваш любимый человек, он уже давно другой, он уже чужой, понимаете? Вот. И из-за этого ваше такое подспудное, может быть, желание ему отомстить, оно ничем хорошим для вас не закончится. Потому что будет у вас только опустошение по большому счету. И все. И я повторюсь, что от этого страдают именно в первую очередь дети ваши. Больше всего несовершеннолетний ребенок. И, соответственно, вам нужно решить для себя. Вы либо стараетесь, ну, жить дальше. Вы либо стараетесь взаимодействовать с внешним миром дальше, выстраивать свою личную жизнь, возможно, заново. Вот. И тем самым работая над своим счастьем собственным. И делая счастливыми и себя, и своих детей, и ваших родных. Либо вы тянетесь за мужем по различным причинам, неважно по каким причинам, тянетесь за мужем. И, соответственно, снова и снова переживаете то, что с вами произошло. С точки зрения психологии, я бы рекомендовал вам проработать травму развода. Вот. Либо травму измены, если она имеет место быть, там, потому что ну, непонятно, как мужчина ушел к любовнице именно. То есть как он это сделал. Он ушел от нее, ой, от вас, к ней. Сразу поставил вас перед фактом, что там, у меня новая женщина, как бы прости, либо он какое-то время с ней встречался и скрывал это от вас. То есть вот подобные вещи, их нужно обязательно разбирать. Подобные вещи нужно обязательно понимать и иметь в виду, потому что они определяют ключевой момент. Если, допустим, мужчина скрывал какое-то время, обманывал вас, то это одно, если мужчина поставил вас перед фактом, это другое. Но в основе того, что вы сейчас спрашиваете, в основе того, что вы на что сейчас направлена ваша активность, лежит так называемая социальная роль преследователя, то есть вы преследуете своего мужа. А муж с вами, в общем-то, ведет себя как взрослый, то есть, ну, если ему
Полудина доля в квартире он, в принципе, имеет ее требовать, как он и имеет право с вами развестись при его желании. Это его право. Абсолютно и неоспоримо. Этот мужчина с вами жил, пока хотел, потом перестал жить, он куда-то перестал хотеть. И как бы это право у него никто не отменит. Вы же, со своей стороны, проявляете к нему явно больше интереса, чем он к вам. И вот именно о природе этого интереса я и хотел бы, с вами, может быть, поговорить. Ну, может быть, не с вами, может быть, не я, вот, но тем не менее. Просто, чтобы вы сами знали, от чего стоит отталкиваться, именно в психологическом контексте. Вот. Если копать еще глубже, то можно найти причины, по которым подобное поведение мужа стало возможным, в принципе. И будет понятно, что были некие проблемы между вами, на которые вы, вероятно, не факт, но вероятно, предпочитали закрывать глаза. Или не знали, как эти проблемы разрешить. И, соответственно, результатом подобного развития событий стал уход вашего мужа, другой. В принципе, это вполне закономерно. Вот чем быстрее вы поймете, что это закономерно, что это нормально, что жизнь человека вас больше не касается, кроме как сфер, обусловленных законом. И эмоциональные привязки, если они у вас есть, обида, ожидания, неудовлетворенность, вместе с психологом проработаете. Тем быстрее вы станете счастливой назло ему, например, или просто счастливой даже. И все это вас, в принципе, волновать перестанет. Вот. Это, пожалуй, самая правильная позиция. Вот. Но другой вопрос, готовы ли вы к ней, это уже вопрос, конечно, немножко другой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!